14 суеверий хорошей хозяйки. Как, сидя на кухне, привлечь удачу, любовь и деньги. В народе имеется множество примет, связанных с кухней, едой и столовой утварью. Создавались эти приметы на основе наблюдений, а некоторыми народными приметами пользуются до сих пор. Нельзя есть, когда вы читаете какую-нибудь книгу или готовитесь к экзаменам. Потреблять пищу во время занятий значит съедать все выученное, считают в народе. Чтобы ваши дети, когда вырастут, не стали глупыми, никогда не потребляйте пищу в темноте. Хлеб, который стал черствым, рекомендуют покрошить птицам. Это поможет притянуть удачу. Когда вы печете блины, то первый обязательно скормите домашним или дворовым животным для блага вашего дома. Если случайно рассыпалась соль, то согласно народной примете это сулит ссору. Однако эту примету можно обмануть, если на рассыпанной соли нарисовать крестик. Если вы очень хотите замуж, но на горизонте пока никого не наблюдается, то воспользуйтесь народной мудростью. На обед ставьте на стол чашку, только в ней обязательно должно быть 2 ложки. Выкидывать хлеб – это не только страшный грех, но и лишение себя счастья. Чтобы всегда жить в счастье и радости, нужно каждый раз перед и после обеда съедать по маленькому кусочку хлеба, говорят пожилые люди. Если вы увидели, что в кружке с водой плавает чаинка, ждите добрых вестей. А если, убирая посуду после ужина, вы не заметили и оставили на столе ложку, ждите гостей. Перед зеркалом нельзя потреблять пищу и пить. Можно съесть или выпить свою красоту. Никогда не доедайте и не допивайте за другими людьми, даже за близкими. И здесь есть объяснение. Доедая за родственника, вы отнимаете у него здоровье. Если из ваших рук случайно выпала тарелка, в которой была еда, готовьтесь к потере финансов. Случайно разлитый сладкий чай сулит приятную неожиданность или внезапную прибыль.